раз мы встретились. Убили. О. Кошачьих торговцев. Ценный. Погляди. Для зачарования. Если его дать своему напарнику и вместе с ним дать пустой камень душ, например, черную звезду, то он сам будет заряжать ее. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Что мы и сделали. А теперь планируем разрушить этот предмет, чтобы изучить зачарование на захват душ и зачаровать какое-нибудь оружие. Если я не говорю, что я лут, клинки, шлемы, практически все необходимое. Если что понадобится, загляни в магазин. Я работаю на Белитора. В лавке помогаю. Оленину как-нибудь попробуй. На редкость вкусна. Не хочешь податься в наемники? По-моему, дело как раз по тебе. Какая жалость. Я вас, красные легионы, ибо люблю вас. Поистину любовь. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам.
последнее время все только и толкуют об этом идиотском конфликте. Я лично предпочитаю книги и заклинания. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Я за тобой слежу, помни об этом. Ты замечательный друг. Это... Конечно. Я от золотишка никогда не отказываюсь. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Что за бесцеремонность? Ярл Балгруф не принимает посетителей. Перед ярлом веди себя как следует, а то проблем не оберешь. Вертели только что зажарен. А может, у них еще и бочонок эля припасен. Мечты, мечты. Где ваша сладость? Привет, приятель. Тебе повезло встретить барда в пути. Только вдохни этот свежий воздух. Воистину, отличное место для песни. Боюсь, что нет. Но если ты всерьез желаешь отточить язык, обратись в коллегию бардов в Солитюде. Для щедрого друга-путешественника? Ну, конечно. Что ты хочешь услышать? Ладно. Вот думаю. Если бы мы наткнулись на каких-нибудь бандитов, а у них кролик на вертеле только что зажарен,
зелья припасен. Я иду в Виндхельм, чтобы присоединиться к брату. Что ж такое? Привет тебе, брат. У тебя усталый вид. Если хочешь, я помогу тебе расслабиться. Погляди. Я мечтал, что у меня будет такой форт, мой собственный. Интересно. Нас... Государственное дело. Оштрафуются. Иди своей дорогой. Если Все, что умеешь! Победа за тобой! Остаюсь! Все? Нет! Только не так! Мне с тобой не справиться! Он захватил душу. Ладно, я порву тебя пополам. Терпение не самая сильная моя сторона. А сами смотаемся проверить, арестуют нас или нет. Например, сюда. Хел, когда-то и меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. Вообще-то нас не должны арестовывать, мы же не оставили свидетелей. Однажды напали на богатого горожанина на дороге. С охранником. Он был, и
сами перезагрузимся. Но напарник наш звезду черную зарядил. Майк желает тебе всего наилучшего. Хорошее имя. Однажды душу Майка захватили. Неприятное ощущение. Думай об этом иногда. Норды часто носят броню из меха. Иногда это нервирует Майка. Некоторые говорят, что Алдуин — это Акатош. Некоторые говорят, что Майк — это лжец. Не верьте ни тому, ни другому. Интересно. Майк устал. Приставай к кому-нибудь другому. Майк закончил разговор. Майк закончил разговор. Сейчас покажем, что звезда черная зарядилась. Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Черная звезда, великий. Видно. Не видно, что уменьшился заряд. Тогда я буду здесь. Теперь получилось угробить Барда и захватить его душу. Сейчас выпьем. У него оказалось зелье. Мы-то сами не любим зелье носить. Восстанавливается на 50%.
прокачали колдовство до 90 единиц. Это достаточно, чтобы можно было взять квест на по результатам которого мы получаем камень сигильский, вроде бы называется, с помощью которого можно активировать кузницу Атронахов. Я не слишком люблю пустые разговоры. Может быть, тебе нужна помощь с заклинаниями колдовства? Если тебе нужна помощь с практикой призыва, дай мне знать. И если не затруднит, пожалуйста, упражняйся только в стенах коллегии. Не стоит пугать местных видом атронахов, разгуливающих по улицам. Ну а призывать нежить за пределами коллегии так вообще никому не рекомендую. Погляди. Быстро ты продвигаешься. Это производит впечатление. Есть и другие заклинания, которыми ты пока что не владеешь. Мощные заклятия, что позволяют окончательно подчинять существ твоей воле. Но это рискованно. Риск есть всегда. Тебе придется призвать освобожденного Дримору и подчинить его себе. Я научу тебя заклятию призыва Дриморы, но учти, что оно сработает лишь в правильно подготовленном месте. Когда ты призовешь Дримору, прикажи ему принести тебе сигильский камень с врат Обливиона. Получив сигильский камень, я начертаю нужное тебе заклинание. Легко сказать. Призыв освобожденного Дримора не похож на другие заклинания. Такое существо не станет подчиняться просто так. Ему придется доказать, кто тут главный. Вот нужное тебе заклинание. Поднимайся на вершину зала достижений. Я приготовил там для тебя место.
все без великого камня душ. Не понял.
Немного найдется места, где можно заниматься тем, чем занимаюсь я. Мой? Нет, нет, камень твой. Он просто нужен мне на минуточку. Ну-ка, давай взглянем, что у нас тут. Я работаю над очень важным проектом, уверяю тебя. Я вынужден хранить истинную природу своего исследования в тайне, но думаю, его результаты будут по-настоящему ценны. Этот инцидент в Морфоле – просто недоразумение. Плевать на то, что там говорят стражники. Они братья, что ли? У меня есть необходимые знания. Ты можешь получить свой камень обратно. И возьми еще вот это. Я доволен тобой. Спасибочки. У меня все равно магии. Не хватит на вызов огненного трела. Но за камешек спасибо. До встречи. Спустились.
процентов сопротивления электричеству. Дадим шлем нашему сподвижнику. Что? Тебе еще что-то нужно? А? Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Пошли. Только собаки остались. Интересно, возьмет собаки или нет? Конечно, я от золотишка никогда не отказываюсь. Пошли. Экипировался. Полностью. Вот, примерно так все и происходит. Теперь сделаем то же самое. Но еще. Для изготовления случайного доэдрическое, доэдрического молота случайного вот эти элементы нужны. В рецепте указано, что случайное оружие, дастрическое, почему-то выходит только молот. Может, серебряный двуручный меч надо, а не одноручный. Но для этого нужно опять отлавливать бандита из серебряной руки. Может, у него будет серебряный двуручный меч, кто его знает. И нам хоть молот. 5 подряд дастрических молотов образовалось по такому рецепту. Вряд ли что-то другое будет. Но мы попробуем. Сохранимся. Сохранение. И начали.
Появился молот. Будем проверять ингредиенты. Ай, не то. Лучше складирование начинать с эбонитового слитка в разном и черного камня душ. Потому что если случайно нажать Е, то при выборе соли и сердца Дастра можно их слопать просто и все, вместо того, чтобы складировать. И придется перезагружаться. Итак, рецепт как бы случайного оружия Дастра, а на самом деле молота Дастра. Еще один молот. Проверяем. Сохранились ингредиенты или нет? Это рецепт не на случайное оружие, а на случайный молот Дастра. То есть молот на молот Дастра со случайным зачарованием. Вот, а не случайное зачарованное оружие Дастра. Вот такая вот загогулина. Мы экипировали хорошо нашего мамулюка. Правда, пёсик? Пёсик! Уч! Ты смотри у меня. Молодец. Сохраняемся. Вообще-то на этом остановимся, потому что пока остановимся, потому что его мы экипировали.
высылка. Призванные Даэдра вплоть до уровня 20 изгоняются обратно. Что-то он уже немного заряд у него уменьшился почему-то. Ну да ладно. Даленому коню в зубы не смотрят. Тем более такому дорогому коню. 6000. Остальные гораздо меньше. Да, действительно. Зачарование предметов на изгоняние, изгон, выгоняние всякой нечисти гораздо дороже, чем остальные. Вот. А броня на невидимость дороже всего. И на еще что-то. Зачарование. Так. Ничего. Сделаем нам еще обувь герою. И пойдем потихоньку. Погуляем, разгуляемся. Эх. Да. Вот такая вот зверюга. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем остросюжетный художественный фильм «Кузница Задранахов».